знаю, пойду куплю себе курочку гриль. Ну, она там небольших размеров. Ладошка. Моя ладошка. Она просто продал все. Я там смотрел, появлялись ли какие-нибудь премиумные танки 3-го уровня. Ну, это очень слабенький уровень. Но они все не выдающиеся. Я там купил еще давно Т3 конверт барабанный. 3-го уровня, малюсенький танк, танчик такой, который настолько слабо бронированный, что там при выстреле часто просто экипаж погибал, ну, когда по нему попадали. Просто и там так говорилось, экипаж мертв. Там всего 2 человека экипажа. 2 человека. Это очень маленький танчик. Он там стрелял 4 раза. Барабан такой. У него заряжен на 4 выстрела. Или на 5. Я так и не запомнил, сколько. Отстреливаешься, отъезжаешь. Ой, как жарко, не могу. Жестко. Там всяких дофига премиумных танков понаделали, средних танков разных там наций, Британии, что Германии, дофига понаделали британских. Далее. Но они все отстойные такие. Я там посмотрел их характеристики. Випера, если бы у нее скорость 30 км/ч была бы, то вообще было бы идеально. Тратиться на эти танки уже не вариант, надоело. Играть-то в них просто лень. Мне там до объекта 268/4 не хватает еще ровно 2 ляма серебра.
Да, я думаю, если когда я его куплю, я разочаруюсь в нем. Там есть вообще очень такие редкие танки, немецкие третьего уровня, ну, слабенький уровень очень. Они, ну, маленькие такие по размеру, ну, как и все танки среднего уровня, хотя советские БТ, они большие такие, ну, и, кстати, мощные. Там, короче, вот эти Панцирь 3G, я не знаю его где купить, он редкий очень. Он просто реально очень хорошо бронированный. Его невозможно пробить никуда. Вот именно Панцирь 3G. Вот это да. Редкий такой танк. Реально имба. Ой, жесть как. Жарко. И он, Панцирь 3G, он, причем прикол-то в том, что он ездит с нормальной скоростью. Ну, я, по крайней мере, не обращал внимания, какая скорость. Но его просто невозможно пробить там. Никуда его не пробить. Офигенный танк. И он не продается там нигде. Ни в коллекционной технике его нет. Японский тигр я зря продал. Он хоть и, ну, как и все тигры первые в мир танков в белорусской игре, они все, ну, отстойные там. Там, кстати, даже говорят, ну, этот танк, он реально хорош был. На нем комфортно было играть, так, в принципе. Там, кстати, даже я вот играл, этот чел говорил, что советская накрутка существует для танков. Для советских танков там накрутка есть. Такая тайная накрутка. Кстати, разумно было бы потратить деньги на Никоретто, вот это название я запомнил на всю жизнь, но я его ни разу так и не купил, которое, типа, помогает бросить курить, но я думаю, я тогда без него справился и сейчас справлюсь. А так вообще для ноулайфера, для меня там Хикана и крафт-танки, когда там в команде играешь, там максимум 3 человека может быть, ну то есть учитывая меня, я думаю, все-таки вот это дает хороший, ну, общение дает, даже просто когда ты там играешь в команде, слушаешь, о чем они говорят, ну это реально, они вживую по микрофону говорят, ты как бы, это дает тебе, ну как бы, коммуникацию хоть какую-то. Я не разбираюсь там кто,
Я думаю, кстати, вот эта тема ухудшения коммуникации, оно многих в современном мире затронуло. Человек не может выговориться в жизни, да еще и плюс политическая ситуация. Обсуждать мне нечего, просто ты не можешь ничего не обсудить, не рассуждать ни о чем. А в танках там чувак просто болтает, болтает. И нормально, и возможно у него просто и в жизни он не может поговорить, а в танках может там что-нибудь выговориться. Хотя он, кстати, там вообще ничего такого не обсуждает, ничего политического, ничего такого не обсуждает, просто... Просто обычные нормальные мужики играют.